Я есмь Падма Самбхава, пришедший к вам через миры. Механизм обучения божественной мудрости отработан веками. И он заключается в том, что ученик смиренно ждет, когда наступит момент, и дверь, за которой скрывается истина, будет приоткрыта. Время изменилось, но оно изменилось лишь в том, что меньшее и меньшее количество людей способны обрести те качества, которые ведут к двери, за которой скрывается истина. Остальные ищут истину не там, где она лежит, а там, где светят прожектора средств массовой информации и трубят трубы, что вот она, истина. Тихо, очень тихо приходит осознание истины. Между двумя вздохами и между двумя ударами сердца. Нет, шум улицы и шум средств массовой информации не годятся для того, чтобы начать поиски истины. Следует заняться очень простыми вещами для того, чтобы ваша цивилизация получила хотя бы приблизительное представление о тех вещах, которые связаны с тайными знаниями, которые все еще распространяются на Земле по цепи ученической преемственности. Никогда, даже в самые суровые времена, не прекращалась связь между мирами. Всегда, даже в самые страшные времена, в воплощении находились люди, которые несли вибрации истины в мир. Я знаю, я уверен, что наступят времена, когда люди устанут от суеты, когда люди начнут возвращаться на ту узкую тропинку, которая ведет к истине. Когда я находился в воплощении, я не приступал к разговору со стремящимся к знанию до тех пор, пока он не демонстрировал своей устремленности и смирения. Я ждал и наблюдал, иногда по десятку лет, прежде чем начать самый простой разговор с этими индивидуумами, стремящимися стать моими учениками, чтобы получить частичку истины. Кто из вас может сидеть в позе медитации годами и смиренно ждать, когда ваши вибрации позволят учителю заговорить с вами?
Нет, вы хотите заплатить деньги и получить на ваши деньги все знания. Успокойтесь. Истина и знания не покупаются за деньги. Они входят в ваше существо тогда, когда ваше сознание готово их воспринять. Это происходит неминуемо. Когда готов сосуд, приходит учитель. Это закон, который действует в вашем физическом мире. И если вы подойдете к учителю раньше, чем вы действительно готовы, то вы не получите ничего, кроме разочарования. Мало того, вы еще обвините учителя во всех тех недостатках, которые присущи вам. Потому что настоящий учитель является вашим зеркалом, в котором вы видите себя. Часто бывает, что люди считают, что время и обстоятельства физического мира изменились настолько, что необходимы новые подходы, новые учения. Старые подходы устарели и не актуальны больше. Что ж, для вас это возможно так. Однако те законы, которые существуют во Вселенной миллиарды лет, пока еще не изменились. Когда-нибудь ваши ученые найдут подтверждение космическим законам в своих лабораториях. Но это произойдет не раньше, чем сознание человечества будет готово принять эти открытия. А до тех пор наука оторвана от истины. Точно так же, как ваша цивилизация в целом оторвана от нее. Я приходил сегодня к вам для того, чтобы вы прояснили в своем сознании, что до тех пор, пока вы не выработаете необходимых для дальнейшей эволюции качеств, вы никуда не сдвинетесь с мертвой точки, на которой человечество топчется уже несколько тысячелетий. Я повторю эти качества для лучшего усвоения. Вам необходимо смирение перед высшим законом. Вам необходимы устремленность, послушание, терпение и терпимость. Это основные качества. Еще вам необходим правильный вектор, который задаст верное направление вашему продвижению на пути. А верным вектором считается желание помогать всем живым существам, существующим в этой Вселенной. Я дал вам наставление, и вам необходимо время для размышления. Сейчас.
Я есмь Падма Самбхава. Ом.